Если в доме гаснет свет, то и настроения нет. Девяти не посмотреть, телевизор тоже. Даже чаю заварить мы себе не можем. Как же много лет назад жили без света. Свет погас, все потемнело, пора энергетикам браться за дело. Пойдемте, друзья, все покажу, как энергетик работает, вам расскажу. Там вода винты вращает и пружины поднимает, и бежит по проводам электричество всем нам. Свет бежит по проводам, прибегает в лампы к нам. Энергетик свет с теплом подает нам в каждый дом. В наши дни без электричества людям точно не прожить, ведь огромное количество нужно зданий осветить. Круглый год в жару и в стужу энергетик людям нужен. Не гудят без нас моторы, не мигают светофоры. В экране не бежит вода, не готовится еда, и компьютеры застыли, и к тому же еще темно, невеселое кино. Как знать электричество? В какие дома и предприятия ему бежать? Чтобы свет горел в домах и на предприятиях, и текло электричество в каждый район. Энергетик следит за правильной эксплуатацией электросетей и других проводов. А где нужно учиться, чтобы стать энергетиком и управлять электричеством? Чтобы энергетиком стать, нужно очень много знать. Нужно с физикой дружить, математику любить. Менделеевой таблицей нужно тоже дружить. В вузе в 5 лет хорошо учиться. Это в жизни пригодится. Нам с папулей повезло, на работе свет тепло, делает он для людей, нет профессии нужней. Мы с Мариной подрастем, в энергетике пойдем.